С наступлением теплой погоды число любителей покататься на мотоциклах увеличивается. Однако многие из них забывают, что этот вид транспорта является средством передвижения повышенной опасности. Целью предупредить людей об этом на всей территории страны проводится операция «Мотоцикл». Задача специальной операции состоит в том, чтобы выявлять мототранспорт, не зарегистрированный в установленном порядке, а то и вовсе без документов. Также выявление иных нарушений правил дорожного движения в части управления мототранспортом без мотошлема, а даже и управление в состоянии опьянения. С 1 по 19 апреля только в Камрадском районе составлено 12 протоколов о правонарушениях. Из них один случай управления мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Главный инспекторат полиции рекомендует мотоциклистам носить защитную экипировку со светоотражающими элементами, не выключать фары и избегать таких ракурсов, с которых их не видно в дорожном потоке. А водителям автомобилей убедиться в безопасности при смене направления движения. Не превышать скорость, ну и соблюдать правила поворотники. С 1 по 19 апреля по югу страны выявлено около 70 правонарушений. В 25 случаях транспортное средство помещено на спецпарковку. Водители, которые были привлечены к ответственности за управление транспортным средством алкогольного опьянения, 7 из них находились в сильном алкогольном опьянении, а один из них находился в легкой степени алкогольного опьянения. Все они привлечены к ответственности. Также один водитель попытался скрыться от сотрудников полиции, не выполнив требования об остановке. За нарушение виновники привлекаются к ответственности, налагаются штрафные санкции вместе со штрафными баллами. В отдельных случаях мототранспорт задерживается на штрафплощадку.